Так, у тебя там серьезное заболевание сейчас обнаружили в больнице, да, я слышал. Не называть пока его не будем, да. Пускай пока будет, они будут перепроверять твой диагноз, да. Заболевание серьезное. То есть очень хорошо, что пока на этой стадии его выявили, что тебя положили в больницу. Если бы тебя не положили, тебе бы отпилили эти ноги Ну, это... через, ну, я имею в виду, ампутировали бы, наверное, если бы полгодика еще потерпела. Да, это... Вот видишь, как бывает, они положили в больницу, да, и не установили сейчас это Да, это заболевание. спасибо Денису, он мне помог через, ну вот, что меня завез в райисполком, вот, хотя бы так мне, ну, помог мне очень выявить это заболевание. Ладно, Денис и только изначально пустил, но еще же люди, видишь, Да, отозвались. спасибо. О, Анюте сегодня человек подвез. Анюте и мне трохи даже перепало. Подвез он продуктов, да, одежды, чай. Вот, Анюте, так, на тебе телефон. Подключили уже. Все, я тебя там настроил, там одноклассники, всю фигню. Будешь на связи. Ну, ты пока еще не умеешь. Безлимитный интернет себе включили. Короче, смотри, Анюта, как те люди, да, отнеслись. Спасибо большое. Я не думала, что еще есть у нас такие люди добрые, которые помогли мне. Вот в такое мое трудное положение вошли. Спасибо. Большая благодарность от души. Скажи, жить хочешь сейчас? Вот, даже вот когда люди помогают, и вообще ты видишь, что мир не без добрых людей, хочется вдвойне даже жить, да? Да, Потому очень что хочется. в той ситуации, когда ты изначально находилась, даже, скажи, уже мысли были очень плохие, да? Что это не жизнь, а непонятно что. Вообще непонятно, что. Ждешь от наших российских властей еще помощи, Пока в насколько. ожидании, да. Там месяц им дается, там посмотрим, что они тебе выделят. Да, спасибо. Так, у тебя Большая там. от души, большая, большое спасибо. Короче, я же тебе говорю, вот сегодня семья привезла вот продуктов, телефон тебе, подключили тебя, заплатили сразу за месяц вперед безлимитный интернет, я тебе настроил. Я тебе основное настроил, что надо, я тебя потом там уже с больницы выпишут, не выпишут, но мы уже будем на связи, будешь мне звонить, Будем на номер связи. мой есть у тебя. И по заболеванию держи меня в курсе, по этому, что обнаружили. Я Обязательно. пока его озвучивать не буду, я думаю, ты будешь против, да и зачем это. Конечно. Вот, но заболевание серьезное у тебя нашли. Даже более чем серьезное. Никто не думал даже, что ты им болеешь. Видишь, как вот Ну, пока ж получается? подозрения там, кто его Ну, знает. подозрение, но я же не думаю, что они просто так. У наших врачей ты знаешь, какое подозрение. Это подозрение еще надо выбивать в них. Ну да. Ладно, значит, ты благодаришь людей, да? Да, Дай бог, да. вот. Главное, что они тебя видят счастливую и это. А Услышали. уже по интернету найдешь себе жениха, я тебе подскажу, как, на каких. Чего ты Ну, смеешься? конечно. Найдем тебе жениха с двумя ногами будешь. Ой-ой-ой, царица еще та. Ну, а то лежишь, сидишь одна. Значит, вот, Анюта, привет. Привет. Телефон тебе пришел, продукты питания, предметы личной гигиены, шампунь, все. Значит, там я выложил кое-что, выложил крупы в основном, потому что вот телефон тебе. Крупы выложил, потому что здесь ты их варить не будешь. Ну, Знаешь? естественно, это. Люди прислали с Минска сейчас. А, кстати, скажи, какой размер у тебя ноги, те в обувь там ищут. 39. 39, да? Все, хорошо. Значит, Анюта, будешь благодарить людей? Да, спасибо большое людям, кто неравнодушен к моей проблеме. Большая благодарность. Сколько ты еще в больнице будешь лежать теперь? Неизвестно, не спрашивала Анюта, ничего. Не знаю, не спрашивала, сколько еще вообще. А что врачи говорят? Ну, пока вот диагностируют, то Ну, на УЗИ капельницы ставят и все? ставят, Нормально капельницы, относятся? КТ, УЗИ, все это. Дураковский приходит? Видела. Видела, но не приходит. Не Ну, приходил. жизни радуйся, да? Ну, пока Ну, да, вообще спасибо. скажи, как все отношения, вот люди тебе помогают, там, пытаются помочь, ты вообще, ну, душа радуется за Ну, тех, что у нас в естественно, Беларуси еще есть такие люди, да? конечно, что за вопрос такой? Естественно, радуюсь. Спасибо Мы будем большое. действовать и дальше. Ну ты, главное, я тебе говорил одно условие. Все, Все, значит, я помню. телефон, насчет подключения я буду решать, если кто десятку мне пришлет, я тебя подключу. Хорошо. Я заведу Люду и подключу тебя. Значит, так он даже не работает без сим-карты, сюда не скинут ничего, но позвонить тебе на связи будет. Бывает такая боль, что ее даже стыдно в стихи. Не то чтобы стыдно совсем, просто странно и снова же больно.
Мои вечера стали мне непривычно тихи, и я запиваю день чайным, а ты алкогольным. Бывает такая тоска, что нельзя проживать. Ты тонешь в ней, стонешь, пытаешься вырваться тщетно. Себе повторяешь о том, что нельзя сплоховать, и счастье твое безрассудно, бездомно, бездетно. Бывает такое, что плещет внутри, как вулкан, и лава из глаз жжет ладони, губы, запястья. Я чашку за чашкой, а ты за стаканом стакан. Мы, выдохшись, всхлипнем и рухнем с тобой в одночасье. Мы рухнем и будем с тобой неподвижно лежать. Тогда в легких ветер, в глазах океан, в пальцах осень. Мне только бы знать, на какую же кнопку нажать, чтоб встать и уйти, и тебя без оглядки мне бросить.